Вот посадил еще для испытаний такую черик, сливочка такая, титановская, по-моему, 30, КС-3690. Вот они такие кусты, это хотя высокорослые, но я их без подвязки посадил. И вот ширина одного ряда, ну, больше 2 метров, наверное. Точно больше 2 метров. Один ряд занимает, ну, сам куст 2 метра в стороны ложится. И так весь в цветочках такой. Вот он ранний. От всходов вот это растение 90 дней как раз. На данный момент 90 дней. Такая. Вот он начал созревать. Красивые, и на вкус они очень вкусные. Интересный помидор. Думаю, в следующем году тоже посадить. Посмотрю, как на рынке еще будут брать его. Но так красивый, к болезням устойчивый. Здесь могу сравнить с другими сортами. Так вот, действительно, он устойчив, почти не болеет. Это КС-3690.